В Доме офицеров прошел концерт, посвященный Дню медицинского работника. Его организовало Люберецкое отделение женского сообщества «Нежный бизнес», окружная общественная палата и местное отделение Союза женщин России. И дыхание станет ровней, и страдания отпустят куда-то. Врачи отмечают профессиональный праздник. Сегодня они сменили повседневную одежду на платье и костюмы. В концертном зале детской школы искусств врачи и медсестры, которые работают в государственных учреждениях и частных клиниках, и объединяет их общее дело – забота о здоровье людей и спасение жизни. Ваш труд, он Богом благословлен, потому что мы находим и в Священном Писании, где Господь конкретно говорит своим людям, что «почитай врача, ибо труд его благословлен Всевышним». Мы не приходим, когда нам хорошо, но мы уходим от вас всегда, когда нам лучше. Поэтому я желаю вам всем, вам самим, вашей семье, вашим близким и родным крепкого-крепкого здоровья. Я желаю вам благодарных и порядочных пациентов. Павел Карлов в системе Люберецкого здравоохранения почти 40 лет. Три десятилетия хирург посвятил Люберецкой больнице имени Ухтомского. Спас десятки жизней. Теперь работает в частном медицинском центре. Почему решил стать врачом, до сих пор не может найти четкого ответа. Отец говорит, а ты знаешь, что твой дедушка знахарь был? Вот. Ну, к сожалению, с дедушкой пообщаться по этому поводу не удалось. Вот. А вот может какая-то генетика на каком-то уровне, ну, не знаю. Вот, старший сын тоже у меня сейчас в медицинском институте учится. Медицина практически моя вся жизнь. Я с 15 лет работаю. В городском округе Люберцы 11 государственных медицинских учреждений и свыше 100 частных. В них трудится более 5000 медработников. Богдан Колесников, Денис Зугольников, телеканал ЛРТ.